Представляете, ВДВ затыкаются в Афгане все дыры. Ну, ВДВ в десантуру на все гораздо. Но по горам лазит. Вот, вот даже у того Гитлера были альпийские егеря, специально подготовленные, да, альпийские дивизии, Деливайс, там все. У нас не было ничего, у нас на все ВДВ. Войска Деливайс, везде и всюду. Вот такой напутствие новичку, который пришел в действующую армию, в ВДВ, и готовится к первой операции. Это то, чего не надо делать. Или то, чего всегда надо понять. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то вроде вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, помните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, а Дукан, или Дукан, это супермаркет афганский такой. Вот если вас в супермаркете, вас нагло обманули. Если гнев невольно в сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, и их на все Дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнений, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И уж совсем жуткий куплет, уж простите. А если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее настроение не покинет больше вас. Вот. Вот и вот. И тоже, хотелось...